Он относится к особой группе элементов, называемых антиоксидантами. Я считаю, что они способны защитить мозг, тело, артерии и не только замедлить процесс старения, но и предотвратить сердечные заболевания, рак, болезнь Альцгеймера. Все прелести 21 века. Эти заявления базируются на том, как антиоксиданты действуют на содержащиеся в организме человека свободные радикалы. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы внутри клеток тела. Они реагируют с другими молекулами, забирая у них электрон, чтобы атом снова стал стабильным. Когда молекула теряет атом, она сама становится свободным радикалом. Цепная реакция запущена. Обычно организм самостоятельно справляется с этими агрессорами. Но если их становится слишком много, они могут повредить клетки, что приведет к ужасным последствиям. Вред, нанесенный свободными радикалами, может выразиться в сердечных заболеваниях, раке, дистрофии желтого пятна. Еще мы считаем, что они в значительной степени ответственны за процесс старения. Но антиоксиданты, в частности витамины А, С и Е, нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая разрушение клеток. Простой пример с куском мяса поможет продемонстрировать, насколько хорошо витамин Е борется со свободными радикалами или окислением. Когда вы видите его в магазине, оно красное. Витамин Е защищает мясо от окисления. Я хочу показать, что произойдет, если уничтожить витамин Е. Я беру специальную жидкость и наношу ее на поверхность мяса. Она разрушит витамин Е. Как только витамин Е исчезает, клетки мяса наполняются свободными радикалами. Через несколько минут цвет мяса начинает меняться на коричневый. Клеткам нанесен невосполнимый урон. То же самое случилось бы с нами, если бы не защита витамина Е. Многие серьезные исследования показали, что люди, в рационе которых много антиоксидантов, а ими богаты фрукты, овощи, злаки и жиры, живут дольше. Исследования показали, что правильно питающиеся люди, в рационе которых много антиоксидантов и витаминов, реже становятся жертвами некоторых распространенных заболеваний.